Дербент – колыбель европейского ислама. Форум под таким названием стартовал в древнейшем городе России. В нем принимают участие около 300 гостей из Франции, Великобритании, Кыргызстана, Литвы, Турции, Эстонии, Румынии, Сербии, Баку и других стран. В их числе не только представители духовенства, но и общественные, а также политические деятели. Все детали обсуждений у наших корреспондентов. Впервые на Кавказе собрались представители религиозной и научной среды в таком составе. Ученые-религиоведы, журналисты и бизнесмены Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана и стран Европы. Все они в рамках круглого стола обсуждали вопросы сохранения уникального исторического, культурного и религиозного памятника города Дербента. Но это еще не все. Одна из главных целей – способствовать более успешной интеграции мусульманской уммы в мировое сообщество. Во-первых, это, конечно же, закрепление статуса города Дербент как исторической колыбели европейского ислама. То же самое мы хотели бы подтвердить и дополнительно укрепить насчет того, что Дербент является старейшим городом России. A very beautiful city. Первое впечатление – это что очень красивый город. The people are, mashallah, very hospitable. Очень гостеприимные люди. And we look forward this afternoon to seeing some very interesting historical sites. Сегодня мы должны посмотреть очень интересные исторические места. Including, of course, the graves of the Sahabas. Конечно же, включая могилы сподвижников пророков. В Европе более 100 миллионов мусульман, и дагестанцы – особая часть этой уммы, ведь именно в Дагестане самая древняя мечеть в мире, и именно здесь, в Дербенте, самое большое захоронение сподвижников пророка, саля Аллаху вассалям. Гости Дербента увезут домой впечатления от посещения города, который не напрасно назван колыбелью европейского ислама. Обсудили исторические корни ислама здесь, в Дербенте, как ислам развивался и распространялся на другие европейские территории. Значение Дербента для мусульман Европы, вообще значение Дербента для европейского континента, как те врата, он же название историческое, Баб-ль-Абва, ворота-ворот, проникли вот авраамические религии, и иудаизм, и христианство. И как здесь вот мирно, вот уже столетиями, разные нации, разные религии уживаются, показывая пример и России, и Европе. Следующее заседание Европейского мусульманского форума организаторы намерены провести в Азербайджане. В ближайших планах – Кыргызстан и столица России – Москва. Бария Тубрынская, Гасан Байрамов. Время новостей. Дербент.